Доброго времени суток! Всех приветствую на канале Блабуст. С вами снова я. Это у нас очередная серия прохождения игры Son of Rome, Сын Рима. Как вы помните, мы высаживаемся в Британии. И нам нужно и в башне разрушить цепи, которые перекрыли вход к кораблям. Ну что ж, подбираем чей-то гладиус со щитом. Правда, шлем мы потеряли. Ну, идем в бой. Так, осмотримся. Если не разрушим башню с цепи, наш флот будет уничтожен. Да, действительно. Вон в той башне эти цепи. И нам нужно как-то туда добраться. И задание вот у нас — помочь собратьям римлянам. Так, спускаемся здесь. И видим, уже там какая-то бойня идет. Блин, какие дотошные они тут. Давайте-ка с ними вступим в схватку. Получай жертв-трест. Так, наносим этому урон. Его можно добить уже. Давайте-ка добьем. Отлично. Казнь рефа, да, у нас? Пропустили, конечно, удары. Но у нас стоит пополнение здоровья при казни. То есть мы его восстановим. Хлопаем этого. Так, давай, сюда. Тут же трест нам не дает подобраться. Так, давайте-ка его хлопнем. Иди сюда. Блокируем и атакуем. Ах ты, сволочь. Давайте, добьем этого гада. Отлично. Получай, скотобаза. Так, тут еще один такой же идет. Кстати, вот эти щиты, их неудобно копьями разбивать. Надо будет попробовать. Так, добиваем. Ну, иди сюда. Давай, давай, давай. И добитие. Получай. Так, тут еще один. Наш не может с ним справиться, но поможем. И казнь. Отлично. Вперед. Соберем остатки 14-го и снесем эту башню. Тут лучники. Ну что ж, нужно как-то к ним подбежать. Мы можем отбивать, кстати, эти стрелы. Давайте-ка попробуем. Отбили одну. И бежим к этой баррикаде. И выносим. Вот они спрыгивают к нам. Решили в ближний бой, дурачки, вступить. Давайте-ка их добьем. Получай. И ты получай. Так, и этого добиваем. Ну, теперь казним. Казнить нельзя, помиловать. Или наоборот, казнить нельзя, помиловать. Получай. Лучники мертвы. Выдвигаемся. Со мной. Еще есть кого спасать. Не ожидал этого, римлянин. Расставлен собственной башней. А теперь остальные. Так вот. Yeah.
сегодня ты умрёшь! Ищите выживших! Так, тут еще понабежали к нам. Вот эти уже жиртресты, если честно, уже достали. Так. Добиваем вот этого. И жиртрест тут опять вмешивается в битву нашу. Казним его. Так, ну и тебя тоже. Отлично. Так, надо бы сильные удары еще можно использовать, чтобы пробивать эти щиты. Так, отлично. Получи и распишись. И добивание. Так, и тебя сейчас. Да нет, это вряд ли. Добиваем. Отлично. Солдат, послушайте. Наш флот разбит. Берег занят врагом. Наши товарищи умирают. Мы вынуждены отступить. Центурион мертв. Мертв. Он, наверное, мертв. Нам отступать. Где точка сбора? Поберегись. Я не знаю. Неужели никто не ждал такого? Предсказания были хорошими. Хорошими. Стоять. Пока я не скажу. Вперед. Так, добиваем этих лучников. Так, отлично. Врубили ярость. И начинаем хлопать. Так, ну теперь казнь по-быстренькому. Получайте. Вот так вот. И добиваем. Отлично. Так вот. Руки прочь от римской власти. Так, откуда вы вылазите? Так, все, готов. И нам нужно мимо лучников пробраться. Берем копья. Давайте-ка кинем его. Насадили. Как жука на булавку. Так, ну теперь к башне, да. Возьмем здесь еще, пополним запасы наших пилумов. И вперед, вперед. Отступить! Назад! Вперед, солдаты! Мы почти у башни! Минус один. Так, давайте-ка еще кого-нибудь минусанем. А, впрочем, давайте черепаху выстроим. Пойдем прикрываться щитами. Проходим дальше. Главное момент не упустить между залпами. Снова прикрываемся. Идем, идем. Держим строй. Проходим. Не стоим. Все, враг дрогнул. Бежим на добивание. Солдаты, мы разрушим башню. Пошли! Солдаты, поднять противовес! Я поднимусь и отопру люки. Так, ну что ж, нам наверх, ребята. Так, забираем копья. И проходим. Так, минусуем.
одного. И вот с этим вот нам надо сразиться. Да получай ты, гадь. Держи. Неплохо таки. Так, нужно пополнить запас. Берем. И вон лучники стоят. Так, давайте-ка снимем их. Минус один. И второй тут, гаденыш. Получай. Фашист гранат. Отлично. И добиваем. Так. Вот эти шестеренки освободим от рычагов. Так, какой-то щит. Разблокированный вид. Ладно, не будем сейчас смотреть. Это все можно посмотреть позже. Блин, и тут опять враги бегут. Давайте бочку туда. Блин, окружает. И лучники опять на позицию у них стоят. А этого нельзя допускать. Так, получай. Блин, журтресты добивают эти. Так, у его этих еще сильная атака, да? Ладно. Понял я тебя. Иди сюда. Получай сильный удар. Блин, да что такое? Не блокирует этот удар. Отлично, давайте добивать. Иди сюда, сладенький. Получай. Свернули шею, как куренку. Да блин, сколько вас? Там лучники наших выносят. Добиваем. Получаем. И ты, скотина. Так, все, казним. Отлично. Все, лучников. Главное, лучники. Держи. Щитом и мечом. А это что там стоит? И ты получи. Снова вражины тут. Блин, хотел копьем его. Но не получилось, ладно. Два жертвеста тут у нас на очереди. Казним. Получаем. Блин. Ха-ха, вот. Про что я говорил, что можно копьем выбивать щиты. Без щита-то ты никто. Все. Блин. И этого добиваем. Получай. Да сколько ж вас тут. Давайте лучников хлопать. Получайте. Блин, четырьмя деремся одновременно. Ну, что ж такое-то? Ну что, казним? Нет? Давайте. Ну и тебя не забуду. Получай. Неплохо. Совсем не дурно.
внимание, парни! Храбрец умирает один раз. А трус тысячи раз. Мы уже пролили кровь варваров. И их кровь такая же, как у нас. Готов? Ко мне! Вперед! Блин, теперь уже и катапульты. Вот, пошли. Так, нужно избегать этих зон попадания. Получайте, скотины. Битва на пляже у нас началась. Отлично. Так, давайте-ка второго тоже. До полусмерти хлопну. Блин, какой инвертор. Так, ну все, и теперь добиваем. Отлично. Так, еще тут у нас двое выходят против нас. Давайте копьем попробуем кого-нибудь еще хлопнуть. Так, не санули. Плохо. Давайте вот этого с ним получаем. Удар легенды, да? Отлично. И снова жертвы. Так. Удар топ. Да сколько их тут ведь, а? Бамс, одному щит сломали, неплохо, но на нас он не сагрился. Получи. Добиваем. И тебе, сладенький. Да одни же трестятся, да? Вот этот без щита пришел нам мстить. Ну ладно, получай свое. Ну и ты остался. Да получай. Вот так вот. И добивай. Красот. Наш флот уничтожаю! Надо разрушить эту башню! Так, ну давайте-ка снова черепаху, наверное, выстроим. И пошли на эти баррикады. Вперед. Какой тут обстрел мощный идет. Так, давайте-ка и мы лучше будем пробовать. Щиты. Проходим. Опа. Эх, негритенка. Одного хлопнули. Так, кидаем в ответочку. Теперь проходим. Давайте-ка. Кидаем. Огонь. Отлично, сразу сколько мы сняли. Давайте-ка еще залп пилума. Отлично. И добиваем одного. Легионеры, вперед! Да конечно, вперед. Куда нам еще-то?
позади Москва, отступать некуда. Так, вот надо еще разобраться, куда нам. Угу. Так и что тут у нас? Угу. Так. Нет, видимо, нужно по центру все-таки пробираться. Да, давайте-ка вот сюда. Блин. И тут лучники, да? Сейчас выскочим. Убить лучников. Легионеры! В линию! Вперед, парни! Возьмем эту крепость! Вперед! 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 Блин, и нужно нам этих лучников быстро убивать как-то. Ну, быстро я не знаю, конечно, получится, не получится. Запас пивомов ограничен у нас. Так, получайте, скотины. Так, минусанули. И этого минусуем. Так, пивомы берем. Так, отбили стрелу попутно. Так, давайте-ка вот их хлопать. Да что ты, ёшкин ты кот. Сколько у вас там? Хлопаем. Так, ну тут пиво заканчивается. Давайте-ка вот снизу возьмем. Так, еще и не берется что-то. Отлично. Да ёшкин ты кот. Так, один готов. Запас у нас иссякает. Давайте-ка вот этих. Второго. Ё-моё. Третьего. Стрелу у нас. Хлопали, торчит. Так, давай, давай, давай. Я из двух сторон получаю. И уже боевой дух упал. Блин. Очень плохо. Так, огненный залп. Можно вызвать, в принципе. Давайте-ка вызываем. Чтобы они... Отлично. Ну и продолжаем бой. Лучники, вперед! Нужно остановить контратаку. То есть они нас атакуют. Ну иди сюда. Получай. И ты получи. Следим. Так, тесная такая у нас тут схватка. Минусуем одного. И тут еще у нас трое выскочило. Одного вон убил наш легионер. Молодец. Уже треста завалил. Получай. И казнь. Так, и что нам тут дали, а куда? Так, еще здесь бегут. Ну, получайте. Добивка. Иди сюда, сладкий. Что такое? Только добивать и сразу подбегать следующий. Мы с тобой еще не закончили. Так что не расслабляй булки. Вот теперь закончили. Добиваем. И пусть расслабляется. Релаксируем. Получаем. Не будешь больше ручонками махать. Так, и теперь нужно нам добраться до передовой башни с катапульта. Давайте-ка выдвигаться. Что делать-то? Мари, мы можем обойти правого фланга или захватить... Так, можем пойти сюда. А можем и пойти сюда. Ну, в принципе, давайте продолжим движение. Почему бы нет? Так, давайте-ка он. Толстячка. Насадим на копье. Блин, он живой еще после этого, конечно. С копьем он торчит в спине. Жесть. Ладно. Получаем. Добивание и казнь. Неплохо. Так, давайте сильные удары использовать. Получилось.
И ты что-то расслабился, друг. Получай. Так. И ты еще немножко ушел. Что ж такое-то? Да. Отлично. Сколько их тут не смогу вообще? Двое же осталось. Блин, можно было, конечно, в бочку он тут кинуть. Тогда бы мы, правда, и союзников хлопнули. Ну и врагов поубивали. Ладно. О, ну так. Сюда иди. Сюда иди. Вот так. Опа. Потерял он нас. И кадык даже у него будет. Ну чё-то. Так. Да. Прикольно надо было. В этот котел с маслом швырнуть пилом. Так, не достаем мы до лучника отсюда, скорее всего. Ну-ка. Хотя нет, в принципе, можно достать. Так, одного минусанули, проходим далее. Так, что ж ты будешь делать? Не дают нам пил. Так, давайте-ка вот отсюда. Ага. Бросок. Минус второй. Вперед! К стене! Ой, он промазал. А мы нет. Very good. Так, еще добиваем. И остался последний. Блин. Пилома больше нету, поэтому в рукопашных. Получил. И добил. Так, тут еще лучники. Надо их хлопнуть. Получай, скотина. Так, и второго надо снять. Ну покажись, Гюльчатэ. Хорошо. И теперь ворота. Нужно разрушить. Кто их удерживает? Так. Отлично. Проходим далее. Получай. Давайте зачистку делать. Так, держал щитом и добиваем Гладиуса. Держи. Вот, все, убили спесь с чувака. Лежи, отдыхай. Блокируем. Опа. Добивание. Щитом и мечом. Неплохая цепочка получилась. Эх, пропустили удар. Не держи. Не хочешь по-хорошему получится. Захватите катапульту. Нацельте на башню и дайте сигнал. Мы сдержим этих ублюдков. Понял. Давайте их из катапульты повыносим. Второй пошел. Третий. Прицелимся. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Все. Блин, сваливаем.
вовремя мы успели. Блин, и тут еще сверху подкрепление варваров. Блин, это со своей атакой сильной. Блин, получай. Так, вот теперь начинайте страдать, парни. Добиваем. Первый, второй. Неплохо. Ха-ха, щит выбили. Отлично. Получай. Без щита ты мясо. Ай, сваливаем. Тут катапульта сейчас ударит. Отлично. Слили нашего оппонента. Так, ну все, добиваем. Этого полувикинга, полупокера. Ну и тебя же открыть, конечно же. Так, а можем залп вызвать? Блин, надо бы отбежать от них подальше и вызвать. Так. Отлично. Один только выжил. Но мы его сейчас добьем. Так, уходим из-под выстрела. Неплохо. Победить нужно вождя варваров, да? Ну давайте, победим. Так, начинаем атаку. Главное не дать им нас окружить. Особенно жиртресты со щитами опасны. Так, отгоняем их сюда. Блин, сваливаем. Получаем. Так, контратаковал он, да? Ну и ты получай. Че на тебя смотреть? Так. Отлично. Ох ты, вождь какой наглый, а. Так. Никто не хотел умирать. Первый пошел. Хорошо. Жгните. Второго. Как он ярок. Так, да нечего хвататься. Чё ж ты ухватиться хотел за нас? О, давайте от этого бычка свалим. Так, ну и один на один мы с тобой станем. Очень. Все, добиваем. Так, давайте вот этого. И вождя. Получаем. Ну что, продержались мы? Давайте по главной башне.
Командир! Сегодня мы потеряли много хороших солдат и офицеров. Мари, ты доказал, что можешь командовать. Ты заслужил уважение солдат. Так, возьми этот шлем и надень его. Легионеры! Вот ваш новый центурион! Хорошо, хорошо, спокойно! Спокойно, парни. Так. Вы знаете, чего ждать от этих варваров? Они раса бешеных, которые дерутся с нами, не жалея сил. Но они не знают, против чего сражаются. Рим! Цивилизация! Рим! Это порядок! Рим! Это сила! И здесь мы есть Рим! Командир, армия варваров короля Освальда движется на Йорк. Генерал Комот и шестая когорта вступили в бой, но их судьба неизвестна. Соберите оставшиеся лодки и разгрузите их. Подготовьте солдат. Мы идем на Йорк! Наш поход на мятежные земли был кровавым. Продвижение замедляли бесконечные сражения с ожесточенными племенами. Некогда Рим принес на острова мир, торговлю и процветание. Мир был нарушен восстанием. Теперь мы наконец-то приближаемся к сердцу мятежа, где правят король Освальд и его дочь-воительница. Разведка сообщила о большой, быстро надвигающейся армии варваров. Если мы столкнемся с ними, у нас не будет шансов. И тогда Йорк падет. Во имя богов! Этих тупых варваров больше, чем нас раз в 20. В открытом бою мы понесем тяжелые потери. Не будете атаковать? Их вождь, король Освальд и его дочь Будика, там, среди солдат. Если мы захватим его... Вожди племен придут просить мира, чтобы получить его живым. Тогда Освальду придется преклонить колено и поклясться верности Риму. У бриттов тоже есть представление о чести. У них нет чести. Эти твари смеют стоять на пути римской мощи. Они заслужили возмездие. Нашего возмездия? Или твоего? Господин... Довольно! Мы подавим это восстание, по-моему. И не станем подвергать риску жизни добрых людей. Это понятно, Центурион? Понятно, командир. Отлично. Небольшой отряд проникнет в лагерь врага и захватит Освальда и Будику. Я поведу основные силы и отрежу их от подкрепления. А что мне делать, господин? Я ведь обещал тебе, король. Ты захватишь Освальда и Будику. Прежде чем проведешь своих людей... Тебе нужно разобраться с лучниками на Акведуке. Так что ты начнешь в одиночку. Понял. Это честно.
Ну что ж, спуститься на дно оврага. Но это, ребята, мы сделаем уже в следующей серии. Всем желаю хорошего настроения. Оставайтесь на позитиве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. Будем проходить дальше эту игру, ну и следующие. С вами был Блабуст, всем пока-пока!